День матери – одна из самых трогательных дат в календаре. Каждый из нас с детства хранит в душе неповторимый образ мамы, которая всегда понимает, ждет и любит. Подарок губкинским мамам, концерт «Той, что подарила жизнь» подготовили во Дворце культуры «Нефтяник». В адрес виновниц торжества самые искренние и теплые поздравления. Создаются детские площадки, строятся скверы, новые современные детские сады и школы, спортивные секции, доп. Образование. Поэтому с каждым годом нашим детям в нашем городе все будет лучше и лучше. И я уверен, что вы не жалеете, что вы живете в нашем городе. Хочу пожелать вам самого главного – это здоровья. Здоровья вам и вашим близким. С праздником, дорогие мамы! Всем мамам я желаю, чтобы дети радовали успехами. И сознанием дела говорю, чтобы они хотя бы старались оправдать наши ожидания. Но и все присутствующие здесь в зале, они тоже дети. И дети мы ровно до того момента, пока наши мамы с нами или хотя бы на расстоянии телефонного звонка. Поэтому еще раз прошу, обязательно уделите чуточку внимания, и все мы с вами станем чуточку счастливее, чего искренне желаю. Вырастить и воспитать детей, дать им путевку в жизнь – все это настоящий подвиг. За образцовое исполнение родительского долга и укрепление семейных традиций благодарственные письма и подарки вручили 12 губкинским мамам. Высшие награды – медали «Материнская слава и мало» удостоилась Эльвира Шарипова, мать четверых детей. Старшая дочь, ей сейчас 19 лет, учится на втором курсе Тюменского государственного медицинского университета. Сын Айнур в 9 классе 6 школы обучается. Средняя и младшая дочь во 2 и в 3 классе. Самое главное – любить, чтобы была любовь, прощать друг друга, терпение и труд, как говорится, все перетрут. Но самое главное – любви желаю. Творческий подарок подготовили солисты и коллективы централизованной клубной системы и школы искусств имени Свиридова. Логично, что в День мамы на сцене выступают дети. Звучат простые песни с важным посылом. К примеру, что нужно пореже зависать в соцсетях и проводить больше времени вместе. На сцене дочек сменяют сыночки. Многих позабавил танец юных рыбаков. Ребята отправились на берег реки, чтобы поймать леща, но на удочку клюнул ботинок. Артисты сделали праздничную программу интересной и запоминающейся, ведь в зале самые важные зрители. Я сама являюсь мамой пятерых детей. Конечно же, у меня выступает ребенок здесь. Я, естественно, пришла на выступление посмотреть, ну и получить массу удовольствия от этого концерта, так как являюсь сама мамой. Для меня это очень большое значение имеет быть мамой. Это, наверное, весь смысл моей жизни быть мамой, потому что я всю посвятила себя, это быть мамой и детям отдала себя всю. Мама, мне кажется, она это самый главный и важный человек в жизни любого человека. Ребенка взрослого. Это человек, который подарил жизнь. Это человек, который дал воспитание, научил в жизни всему. И всегда в трудную минуту, когда нам все плохо, куда мы идем или кому мы идем, мы всегда идем к маме. Конечно, этот праздник очень значительный в нашей жизни. Я сама мама троих детей, поэтому для меня это очень важно. И, наверное, важно делать вот такую паузу, остановиться от работы, от какой-то суеты, домашних хлопот и забот. И просто действительно прийти и получить удовольствие, порадоваться за наших детей в том числе. Ну и получить, так скажем, позитивные эмоции. Всем мамочкам я, конечно же, пожелаю в наше непростое время это крепкого здоровья. Здоровья им, семьям, детям. Ну, счастья, семейного благополучия. Валерий Усманов, Денис Гимп. Новости Губкинского.